Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Знаете, я, честно говоря, хотел прилечь спать, потому что я был уставший, много было небольших дел, но сон как рукой сняло после того, как я наткнулся на ролик одного нашего так называемого, ну, в кавычках нашего, армянского оппонента. Это бакинский армянин. Ролик называется «Арцах принимает Кубок Европы по футболу». Мне стало интересно, знаете, какой Кубок Европы по футболу принимает Арцах и почему именно Арцах, не Карабах в бумагах, а именно Арцах. И когда я вбил в поисковик данную информацию, вот что у меня вышло. Армянский сайт, вы сами видите, это не азербайджанский сайт, не российский сайт. Сайт называется newsarmenian.am. И вот что там пишут. Давайте прочтемте в начале названия статьи. В Арцахе пройдет Кубок Европы по футболу 2019 года. Да, здесь он не соврал, но он не договорил. Среди непризнанных стран. Ой, Артем, ой, Артем, ой, штатский, ой, штатский. Знаете, но этого мало. Вот, Артем, прекрати врать, не договаривать. Если уже что-то озвучиваешь, договаривай до конца. Потому что когда я прочитал дальше, я вообще обалдел. Давайте опустимся вот ниже. И что же мы читаем? Вот давайте еще продолжим. Кубок Европы по футболу 2019 среди непризнанных стран пройдет в Арцахе в июне 2019 года, то есть в следующем году. Об этом сообщил на официальной странице Арцахской премьер-лиги в Твиттере. Главное, в Твиттере. То есть у них даже своего сайта нет. Уже тоже смешно. В Кубке примут участие 12 команд. Он пройдет при поддержке Confederation of Independent Football Association, КОНФА, даже название какое-то смешное, или КОНИФА. КОНИФА является Международной футбольной конфедерацией команд, которые не входят в ФИФА, то есть никем тоже не признаны, так же как Арцох. Ее членами являются вот это. Ребята, когда я это прочитал, я уже дальше не мог спать. Я хохотал, ну, наверное, часа 4. Читаем внимательно. Ее членами являются государства, не Ее членами являются государства, непризнанные государства, регионы, запятая, меньшинства. Ребята, то есть, по идее, насколько я понял, голубые вполне могут подать заявку на турнир из любой страны. На то, чтобы участвовать вот в данном турнире. И как я понимаю, в Арцох, так называемый Арцох, хотя все знают его как Карабах, скоро полетят голубые. Только не птички. Нет. И не голубые береты. Скоро полетят классические голубые геи. И в связи с этим я бы хотел бы посоветовать, но есть там в Степанакерте живет один оппонент, в так называемом Степанакерте, которого зовут агент. Агент, вот у меня к тебе совет. Знаешь, вот ты так за Арцах, да, за кошмар. До последней капли крови. Тогда напиши плакат для приема гостей. Все голубые
в гости к нам. По-моему, хороший плакат. Не согласен? Потому что голубые к вам точно полетят. Как тебе такое? По-моему, кстати, ты и свой канал тогда прорекламируешь. Почему нет? Тебя начнут смотреть и голубые, а геи еще и платить, может быть, будут. Тем более геев в Европе много. Они с радостью начнут платить. Может быть, будут проталкивать идею Арцоха. Вот когда я это прочитал, вот, дорогие друзья, вот надеюсь, вас это тоже рассмешит. Потому что я, например, смеялся. Чему человек радуется? Чему эти хаи радуются? Скоро, по-моему, в момент, если будет произноситься со слова так называемое Арцох, и если кто-то даже будет показывать средний палец, уже армяне даже этому будут радоваться, что хоть палец показали средний. Ну, вы понимаете, о чем я. Скоро и этому рады будут, если кто-то из, ну, политиков покажет палец в этот момент, средний. Дурдом. Обратите внимание, сколько лайков. 108 лайков. Люди, прежде чем лайкнуть, вы хотя бы прочтите, что это за турнир. А потом уже лайкайте. Штатский просто над вами пошутил. Посмеялся, наверное, даже. Потому что над этим только смеяться можно. Как-то так, дорогие друзья. Ссылку я даже укажу, чтобы никто потом не сомневался, что я не лялякаю, а что это правда. Ну, как-то так, дорогие джансы. Сегодня еще будут ролики. Всем до свидания, всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания.